الحقبة القادمة هي المحطة القادمة هي نخيل. The next station is نخيل. Station is Danai Properties. This is interchange station to Dubai Tram. المحطة القادمة هي زماك العقارية. يمكنكم من خلالها الانتقال إلى كرام دبي. The next station is Dubai Properties. This is interchange station to Dubai Tram. سوف تنتهي عند المحطة القادمة. على جميع الركاب مبادرة القطار في المحطة، والرجاء التأكد من أخذ جميع أغراضكم الشخصية. Your attention please. This train terminates at the next station. All passengers must leave the train at the station. Please take all your belongings with you when leaving the train. Your attention please. This train at the station. Please take all your belongings with you when leaving the train. Надо было все-таки поменять туда сразу. А наушники не хочешь, наверное? Тем тоже есть. Чехол взять. Кстати, в Motor City где-то там вот стадион, где на Motor City, знаешь? И там был типа прикол, как
у чувака горит мотоцикл, но само собой, Ява, это русские, понял? И там, блин! И получается, из нас там 10 человек, 7 русскоговорящих, понимаешь? И получается, что типа там видео там по-русски матерятся, моржом они, что они говорят? Ну, матерятся они, потому что, что вот эти три здания, я не помню. Так, ты была тут 5 лет назад, когда ты тут была, тут вообще ничего не было. Как он упустится? Сурвить бабло. Блин, интересно, а где нас все переживают? Это здесь еще на Майдан ехать, не знаю, сколько. Потому что они живут напротив колеса, кстати. То они жили возле Риксиса, а это вот, типа вот здесь возле Хилтона. А, ну Таня же съехала. И теперь она типа это... Ну, типа, пока рентабельно, пока люди ходят, она, ну, типа, нет у него, так сказать, пока дедпоинт. А может это в Гугле работает? Знаешь, что это, когда ты снимаешь видео, когда тебе надо вот так типа переходить? Проверь. Интересно, зачем они не строят такую ветку вот до того, вечно забываю. Ну, где Festival City, вот и дальше, где Крик Тауэр будет строить. А? Просто порадовал. Сделали новую визу, ты не можешь вылететь со страны. Не знаю, такие правила. Он хотел вылететь, но ему... В аэропорту не выпустить? Да. Он быстро-то начал звонить там, блядь, в компанию, в приватбанк, еще что-то. Ну, там, 100 баксов не вернули. Это заплатил там 3 сотни, и вроде... Ну, тут еще с водой все, мне какая-то же там... Какая технология из дома, в котором такого ничего не было, сделать то, что там сейчас есть. Правда, что да. Нормально бы, главное, да? А можем пойти в другую сторону? Я покажу, где я работал. А, не, уже закончился. На 10? Ну, есть на 8, хочешь? Не, ну сейчас прям обратно поедем? У нас другие планы. Да, такой кошмар. Больше никогда в жизни не буду. Никогда в жизни не хочу быть гидом. Это не гидом, мы просто поехали гулять. المحطة القادمة هي الخليج التجاري.
Революционный. المحطة القادمة هي برج خليفة دبي مول. The next station is Burj Khalifa Dubai Mall. المحطة القادمة هي I'm going to go to the next station. I'm going to go to the next station.